В России сегодня отмечают День защитника Отечества. Владимир Путин по традиции почтил память павших воинов и возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой триколором и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Цветы к могиле неизвестного солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные политические деятели и представители ветеранских организаций России.